Всем здравствуйте, дорогие друзья! С вами Екатерина, YouTube-канал Эсмеральда. Сегодня я, с вашего позволения, открываю 36-ю часть вещания из ювелирного салона. И сегодня, друзья мои, у нас с вами великолепнейшая коллекция серебряных украшений, итальянских украшений. Все как всегда, дорогие мои, мы верны себе, да, и вкус наш не меняется, ну, по крайней мере, до настоящего момента. Большинство украшений, которые я вам показываю, это серебряные украшения, родированные с натуральными камушками и производство Италии. Традиции. Хочу сказать, что мои контактные данные я оставлю в комментариях, и, соответственно, вы всегда сможете связаться со мной, WhatsApp, Viber, электронная почта, все как всегда, но эта информация больше, чем надо для тех, кто включился впервые, да, и смотрит мой YouTube-канал, мою презентацию. Следующий момент, также очень важный, что каждое видео, которое выходит, во вторник у нас выходит серебро, в пятницу золото, и украшения из золота, бриллианты, натуральные камни и так далее. После каждого видео с демонстрацией украшений на мне, вашем покорном слуге, чтобы вы имели представление о размерах, как это смотрится, как это выглядит. Следом за данным видео всегда выходит видео с макросъемкой данных украшений. Вы сможете рассмотреть все детали, которые только необходимы для того, чтобы сделать покупку. Ну, я думаю, на этом все. Торжественная часть окончена. Переходим с вами, выдыхаем. Все, выдохнули, девочки, и переходим с вами уже к более такой, скажем, не торжественной части, да? Думаю, что будет повтор, да, я начну с повтора, а потом мы с вами начнем рассматривать новую коллекцию. Первое, что я хочу показать, будет вот такое колечко. Давайте я сниму мое кольцо, я сегодня вот так, девочки, у меня. Вот это, кстати, все в ожидании. Данное колечко, оно одно, потому что сережки уже отложила Оля. Олечка, посмотрите. Возможно, вам захочется добавить к сережкам, и поэтому у вас привилегированное положение, потому что точно-точно такие сережечки уже у Оли на резерве. Ну, если Оля захочет, то, соответственно, Оля Гитова, вам привет. В прошлом видео вам тоже передавала. Ну вот, по чистой случайности вы отложили, да, данные сережки. Вот такое колечко есть. Поэтому, если вы захотите, то, соответственно, обязательно я вам отложу его, да. Оно будет вашим. Но что хочу сказать? Хочу сказать следующее, девочки. Такие кольца были, ну, возможно, раза три, да, было повторение. Но, конечно же, они не будут одинаковыми, потому что натуральные камни. Есть натуральные камни, здесь кварц, да, и жемчуг. В великолепнейшем качестве. Серебро 925-я проба, родированное, высокое крупное колечко. Когда я не говорю, что родированное, что серебро и так далее, Италия, это все означает... Это, ну, девочки, буду стараться повторять, да, чтобы те, кто включились первый раз, могли всегда эту информацию слышать. В общем, вот такое вот великолепное колечко. Если Олечка не отложит, тогда девочки уже пускаю в продажу, и, возможно, кому-то это приглянется, и хозяйка найдется у такой красоты. Ну и коль скоро, друзья мои, я сказала, что да, мы начнем с повторов, а потом уже пойдем по новой коллекции. Но я хочу обратить ваше внимание, не нужно всегда ждать новую коллекцию, это все может быть до бесконечности, мои хорошие. Масса прекраснейших украшений, лучше даже, чем с новых коллекций, хотя мне все наши изделия нравятся. Они пришли, они уже ждут, да, во своего череда, я давно их показала в каких-то из видео. Поэтому, соответственно, мне бы хотелось, чтобы вы обращали внимание уже на то, что я показала. Ну что, мои хорошие, хочу показать в данном случае, если первое колечко, это был другой наш поставщик, да, Италия. Здесь также это Италия, компания Salvatore, Сердолик, в великолепном его исполнении, просто в великолепном. Одни сережки ушли Леночке в Украину. Леночка, моя хорошая, вам привет огромный. Я надеюсь, уже ваша посылочка скоро дойдет с данными сережками. Ну что, давайте посмотрим. Я обязательно себе одни такие оставлю, девочки. 65 евро им цена. И вы посмотрите, какое великолепие, какая работа. Здесь черненное серебро и вот такой великолепный сердолик. Очень красиво. Давайте рассмотрим еще раз. Это, девочки, кто-то заказывал, ну, потеряшки наши сережки эти.
И поэтому пускаю в продажу. Вот такая красота. Не тяжелые, мои хорошие. Очень хороший замок. Застежка Омега. Я повторяюсь, что все серьги, которые мы продали, ни под ним не было никакой проблемы. Ни на толстую, ни на тонкую мочку, ни на... Никакой проблемы. Единственное, что я всегда говорю про вытянутость. Да, если вместо прокола растянуто, то, соответственно, да, могут быть. Но я всегда говорю, занижен штифт, не занижен. Но в основном вот здесь, да, штифт же занижен. Все это добротно так нет. Нет никаких неудобств. Это настолько все смотрится великолепно. 65 евро, девочки. Обратите ваше внимание, я вас прошу, на данные сережечки. Я думаю, что... Ну, если вы их не купите, то оставлю себе их я. Вот. Мне они очень-очень нравятся. Окей, все возвращаем на свое место. У меня здесь глаза в разбег, столько красоты. И знаете, девочки, хотела сказать по поводу витрины. Все просят: Катюша, витрину, витрину, витрину. Мои хорошие, у меня на витрине очень много то, что я вам еще не показала. Ну зачем мы будем вперед вот паровоза, как говорится? Ну это же потом будет неинтересно. Давайте растянем удовольствие. Я ее засниму, витрину, засниму, я вам обещаю. Я не из-за вредности ее не снимаю, вот поверьте мне. Ну потом, ну вот зачем? И так все, что сзади меня, уже там увеличивают под не знаю, присылают мне. То, что показываю, мало. Нужно все, что сзади меня находится. Ну бывает и такое. Окей, поэтому это откладываем в сторону. Еще один повтор, еще один заказ. Мои хорошие, кто заказывал, вернее, одно ожерелье заказывала Зариночка. Зариночка, вам привет, моя хорошая. Оно у вас отложено. Почему говорю, что Зарина заказала, чтобы она сейчас не испугалась, потому что... Девочки, кто пишут, да, там заказывают свои заказы, да, постоянные покупатели. Я говорю сейчас о постоянных покупателях. Потом, Катюша, вы что, поставили мое ожерелье в продажу? Нет, мои хорошие, я этим не занимаюсь. Это еще одно. 280 евро стоит эта красота, девочки. Его кто-то заказал. Это кому-то. Это позолота, натуральная бирюза. И, мои хорошие, культивированный жемчуг в великолепнейшем качестве. Очень красиво это все смотрится. Длинная-предлинная нитка, просто очень длинная. Это уже не Сальваторе, это другой наш поставщик, которого я просто обожаю. Изделие от этого поставщика. Вот так это все смотрится. Уже не буду трогать камеру, девочки, но я в любом случае все показывала. Ну, здесь великолепная работа. Мастер просто постарался. Золочение, повторяю, серебро 925-я проба, натуральные камушки. И вот такой замок. Ну, по типу как украшение, вот такая красота. Все наши украшения, они отточены до совершенства, что невозможно отличить это серебро или золото. Вот такое великолепие. Напишите, мои хорошие, кто заказывал данное прекрасное ожерелье. И пообщаемся. Ну что, друзья мои, мы с вами продолжаем. И я думаю, что с повторами все. Ну, возможно, какая-то деталь повторится, но очень маленькая. И первое, что я хочу вам предложить, девочки, я просто влюблена в эти колечки. Мне очень понравилось, когда я увидела вот такой наборчик. Серебро 925-я проба, родированная. Каждое из колечек 36 евро. Не хотелось бы разбивать, но, возможно, кто-то захочет 3, да, не обязательно 4. Вот у меня размер 16,5. Девочки, это неразъемные колечки, возможно, кому-то интересно. Очень оригинально, очень красиво смотрится. Мои хорошие, все сегодняшние коллекции, это будут не натуральные камушки. Но если быть уже на чистоту, это не новая коллекция, это то, что было на витринке. И то, что я вам хотела показать давно. И еще сейчас я вам покажу один наборчик, тоже великолепный. Но это серебро, 925-я проба, Италия, родированное серебро и вот такое исполнение. Допустим, если 2, да, или 3 оставить, вот 3 уже вот так смотрится, да, и 2 как поцелуйчик тоже смотрится. Вот, и, возможно, кто-то захочет для своих племянниц, девочек, дочек, ну, на ваше усмотрение. Ну, и для женщины это тоже очень мило и прекрасно. Это очень похоже на Помелате, такой бренд один, такая коллекция.
такая красота, мои хорошие. И в этой же серии, да, в этой же, так сказать, истории. Давайте я положу это сюда. Именно вот так. Я хочу вам показать следующее, секундочку. Здесь на кристалле, на витриночке лежит. Давайте я сниму. Да, аккуратненько. Сейчас я положу по-другому. Давайте я надену. Вы сейчас все увидите, насколько мило это смотрится. Девочки, это не рубины и не гранаты. Но, тем не менее. Это нужно сделать вот так. Смотрится очень-очень симпатично. Очень миленький наборчик. Это я вам с закромов Родины. Честно вам скажу. И вот так это смотрится. Очень свежит, очень хорошо. Мне в последнее время нравится. И рубины, и гранаты, и не только рубины и гранаты. Вообще мне нравится вот эта яркость, да, вот эта свежесть, которая дает эффект, вот этот цвет великолепный. Такая красота. Это то же самое, что я вам показывала вот до этого. Давайте вот так с вами поиграем, пофантазируем, как можно. Вот так это смотрится. Тот же самый наш поставщик. И сережечки абсолютно миниатюрные, маленькие. Вот так это выглядит. Вот так это смотрится. Такая красота. Ну что, мои дорогие, мы с вами продолжаем. И на мне вот такие великолепные серьги из розового агата. Здесь серебро, 925-я проба, радированные, фурнитура, да, выполнение, и в розовом золоте. Давайте с вами рассмотрим поближе, и я вам также покажу, как это будет смотреться, как это выглядит. У меня пухленькая мочка, заниженное место прокола, вот на мне все великолепно, село прекрасно. Нигде ничего не поджимает, ничего мне не делает, то есть абсолютно удобно. И вот так это смотрится, такой нежный розовый цвет. Вот такая красота. Сережки данные недорого, девочки, 54 евро. Вот пришли они одни. Возможно, можно повторить. Такие капельки. Ну что, друзья мои, мы с вами продолжаем. На мне следующее украшение, следующий лот. Серьги из натурального жемчуга, серебро 925-я проба в лимонном золоте. Вот так это смотрится, вот так они выполнены. Но давайте рассмотрим и вблизи, чтобы вы увидели все детали. Производство Италия. Все, что мы с вами рассматриваем, это итальянские украшения. Вот такая красота, девочки. С обратной стороны выполнено вот так. Жемчуг здесь великолепный. Работа хорошая, все очень даже симметрично, ровненько, что очень сложно сделать, потому что, как мы с вами знаем, природа не повторяет. Но вот здесь такая красота, поэтому обратите внимание. Друзья мои, я примеряю новый лот, чтобы вы смогли все рассмотреть. Но хочу вам сделать небольшое объявление по поводу коробочек, так сказать, тары, в которой идет отправка. Все, что нам приходит с Италии, кроме Сальваторе, приходит в пакетиках, да, то есть это вот такие вот пакетики такого самого обычного формата, да. И, соответственно, когда я вам отправляю украшение, если это не Сальваторе, то коробочка будет самая, так сказать, ну, которая у нас есть, потому что
как бы брендом, да, самим вот в данном случае, да, вот, допустим, это ожерелье, которое я вам показывала, вот так, от этого поставщика, да, нам не присылают, нет никаких специальных коробочек. Поэтому все, что я вам отправляю, это, естественно, никакого отношения не имеет к изделию. Это для того, чтобы сберечь изделие, чтобы оно дошло, так сказать, в сохранном виде, что самое немаловажное. Потому что я знаю, что, конечно, очень важно, и будем работать над этим моментом, чтобы все было красиво, да, красивое оформление и так далее. Но главное все равно это украшение, и задача коробочки – это защитить украшение, и, соответственно, получаете, ну, мои хорошие, выкидываете эту коробочку. Ничего общего эта тара не имеет с тем, что мы отправляем. За исключением, что я вам уже говорила, по Сальваторе там уже, да, достойные такие коробочки. Вот, поэтому это не то, что я вам их не отправляю, они есть, я их складирую. Нет, ну нам приходит все вот так, вы понимаете, да? Большинство, потому что это много товара. Окей, мы с вами смотрим, просто маленькое пояснение. Мы с вами смотрим вот такие великолепнейшие, на мой взгляд, таблеточки. К моему ожерелью с жемчугом они идеально подходят, ну просто идеально. Но я вам предлагаю их, возможно, кто-то захочет... Вот такая красота, натуральный здесь жемчуг, культивированный, штифт занижен, и здесь нельзя надевать это вот таким образом, она будет отвисать. Надо, чтобы это было вот так, вот таким вот, да, вертикально, не горизонтально, и тогда уже все смотрится просто шикарно. Такой крупничок, очень симпатичные. И вот так это смотрится. Серебро 925-я проба в лимонном золоте золочения. Натуральный жемчуг производства Италия, девочки. Очень свежит, очень хорошит, очень миленькие сережечки. Со многими украшениями, я уверена, они будут сочетаться. И они не одни. У меня есть еще, которые мне хочется вам предложить. Это уже будет более покрупнее история. Они помощнее, покрупнее. Давайте с вами рассмотрим. И я надену на ушко, чтобы вы увидели в соотношении одни с другими. Мне нравятся как одни, так и вторые. Ну, конечно, то, что крупничок. Секундочку. Вот так смотрится. Здесь уже, да, видно, что это покрупнее, помощнее. Но идея та же самая. Все новое, все с таким с треском, с скрипом. Давайте с вами я примерю, вы посмотрите, насколько это разнится между собой. Но я не думаю, что прям уж на очень много, но... Окей. Надеюсь, что правильно надела. Секундочку. Секунду, мои хорошие. Нет. Так. Секунду. Давайте рассмотрим разницу. Здесь побольше, немножко покрупнее вариант. В данном случае это немножко как бы такой под таблеточку, да, более плоский вариант и поменьше. Вот это покрупнее. Ну и разница в цене, естественно. Вот такие милые таблетки, сережки, которые нужны просто на все случаи жизни, скажем так. И на каждый день, и на праздник в комплект к красивому ожерелью. Жемчуг, это, конечно, очень... Отдельная история, да, в аксессуарах для женщины, в украшении. Это всегда нежно. Это нежно, как розовый кварц, как и многие еще другие камушки, да. Но жемчуг, это, конечно, шикарно. Все такое прям... Здесь та же самая история с обратной стороны. И, я повторяю, нужно надевать вертикально, чтобы не вот так было на ушке, да, а вот таким вот образом. Тогда таблеточка хорошо, прям плотненько садится на ушко, даже на растянутую мочку. Мы с вами продолжаем. Не случайно я надела на себя данные серьги. Да, это будет из повтора, но в любом случае камушки всегда разные, жемчуг он всегда разный. И мне бы хотелось предложить вам к данным серьгам, и я знаю, что девочки спрашивают, вот такой великолепнейший перстень. Это все идет как комплект, но вы можете купить отдельно, если вы хотите только этот перстень, да, то, соответственно, культивированный жемчуг. Вот так он смотрится. Давайте рассмотрим его со всех сторон. Колечко разъемное, поэтому размер регулируется. Серебро 925-я проба в розовом золоте. Ну, здесь просто шикарная огромная жемчужина. Вот такое исполнение, такая задумка мастера. Очень красивый, да, вот с этой стороны край.
И, соответственно, к данным сережкам это идеальнейший набор, девочки. Мне оно хорошо на указательный палец. Давайте так пусть и будет. Сейчас это большой размер. Но, я повторяю, оно разъемное. Вот такая красота. Вот такие сережки. И в дополнение к данному кольцу, я думаю, что это будет просто великолепный подарок для вашей женщины, если меня смотрят мужчины. Ну и, девочки, пишите, все как всегда, кого заинтересует данный комплект, а не только, возможно, кого-то сережки, возможно, кого-то колечко. Поэтому, соответственно, всем добро пожаловать. Ну, здесь шикарнейший жемчуг, красивые переливы, высочайшее качество. Такая красота. Такая жемчужина, огромнейшая просто. Это еще не все, друзья мои. Нас ждут еще сюрпризы и меня, и вас. Поэтому не переключайтесь. Хотела уже все, так сказать, показывать другой, да, вариант украшений. И хочу вам предложить вот такой вот браслетик. Но он здесь просто идеально подходит. На жгуте, на прозрачном, да, вот такой 26 евро стоит этот браслетик, девочки. Италия, культивированный жемчуг, натуральный, и серебро 925-я проба в розовом золоте. Мои хорошие, разбивать не хочу с колечком. Поэтому, кто хочет, отдельно его не продаю. В данном случае хочу, чтобы приобрели вот именно так, как есть. Просто здесь идеальный вариант вот по этому жемчугу. Ну и, соответственно, сережечки. Те, кто хочет только кольцо и браслет, пожалуйста. Кто хочет серьги и браслет, пожалуйста. Браслетик отдельно в данном случае. Мне жаль, но нет. Так это смотрится. Ну что, мои дорогие, я думаю, уже все видно. Степень красоты повышается и туманит голову. Я хочу представить вашему вниманию не менее великолепный перстень и серьги. Культивированный жемчуг, натуральный. Здесь сережечки мои хорошие весят, потому что это все-таки жемчужина достаточно таких, скажем, массивных, внушительных размеров. Вблизи все рассмотрим, но давайте сейчас по поводу данного перстня. Вот такой натуральный культивированный жемчуг. Если... Давайте я сделаю вот таким вот образом, чтобы вы имели представление, как это смотрится в белом золоте и в розовом золоте. Серебро 925-я проба, родированная, да, в данном случае. Вот такая здесь красота. Кольца разъемные, производство Италия. Вот так это смотрится. И серьги, которые мы с вами рассмотрим сейчас поближе. Это просто, конечно, вот так это смотрится. Вот такая красота. И с данным кольцом просто идеальный вариант. Несмотря на то, что здесь нет циркониев, но, тем не менее, внушительный жемчуг. Он и на пальчиках, да, и в ушках. И я повторяю, мои хорошие, что все детали по данным украшениям вы сможете рассмотреть в следующем видео, которое пойдет за данным. Ну, что здесь можно сказать? Изумительное украшение, красивое исполнение, красивое выполнение. Исполнение, выполнение, заговариваться начинают этой красоты. Очень красиво, девочки. Очень красиво. Очень красиво будут данные сережки с забратыми волосами. Ну, на любой женщине, я уверена, каждая знает, как носить, да, но... Вот я сейчас уже просто вижу, у меня какие-то даже образы создаются, мои хорошие. Это настолько... Понимаете, какое дело? Вот оно, уже все пошло, заиграло. Вот, видите, уже совсем другой эффект. Потому что стою сейчас здесь перед вами немножко в таком... Так, это лучше. Такая красота. Очень красивое украшение. Мне очень нравится. Наши великолепнейшие серьги,
которые просто изумляют своей работой, своей красотой. Раис Дерубин, девочки, забыла, как опять по-русски. В общем, выясним, да, как это по-русски. Был еще один комплект с Раис Дерубином, я вам показывала, он по-другому был исполнен, но здесь великолепный жемчуг, Раис Дерубин, серебро, вся фурнитура, и на серебряном жгуте здесь надеты вот такая шпинель, да, которая, это не приклеено, мои хорошие, сейчас мы с вами все рассмотрим вблизи, посмотрите, насколько красиво смотрится. Это просто что-то с чем-то. Они не весят, девочки. Я не могу сказать, что они совсем невесомые. Но они настолько легкие по сравнению. Вот даже этот жемчуг, он настолько здесь выделка самого жемчуга, что он превращен в такую в таблетку, да, пластину, которая не весит так, как вот эти сережки. Вот эти серьги, допустим, вот это кольцо, вот оно прям весит хорошо. И вот сережки, да, вроде бы они меньше кажутся, да, размером, но они весят также больше, чем эти. В данном случае ничего не весит, и вот такое прекрасное исполнение. Приближаюсь, отодвигаюсь, давайте... Я вам покажу вблизи, как это смотрится. Повторяю, что это шпинель, надета на серебряный жгут. И давайте с вами рассмотрим по камушкам. Вот так смотрится. Секундочку, чтобы мне было удобно, чтобы я не уронила. Вот такая красота. Здесь есть включение. Вот здесь одно, вот тут вот еще два. Но это не портит данные серьги. Абсолютно. И здесь серебро. В лимонном золоте, золочение, занижен штифт, веса абсолютно никакого, доведенные до совершенства сережки, которые вы можете в праздничный вечер надеть, и не устанет ушко, не надо будет никуда уходить, ничего не надо будет снимать, но это великолепная красота. Ну и шпинель дает неповторимый такой, давайте вот здесь я, в прошлых сережках это невозможно было, вот здесь она двигается. И вот такой маленький, как можно увидеть, участок. То есть здесь настолько работа мастера, высший пилотаж, настолько она кропотливая. И какая все-таки красота крупной серьги. Какая-то красота и моя любовь к крупной серьги. Я просто вот любые крупные серьги я надеваю, мне их всегда хочется. Всегда мне хочется их приобрести. Секундочку, давайте еще с вами посмотрим. Я заберу волосы, я не случайно это делаю, мои хорошие, для того, чтобы мы с вами... Вот я думаю, это идеальная прическа для показа. Волосы наверх. И вот так это смотрится. Прекрасно. Очень красиво. Си. Пресиосу, си. Флора говорит, что очень красивые, прекрасные серьги. Не могу сказать, что вообще ничего не весят, но практически ничего. То есть, ну вот эти мои, они полегче. Вот эти. Немножко полегче. Но это тоже, я ничего не чувствую, девочки. Я чувствую себя как будто просто в каких-то маленьких сережках. А на самом деле, представляете, объем, да, разворот, масштаб, так сказать, данного. О, очень красиво. Очень красиво. Давайте я вам покажу вторую. Хотя в следующее видео пойдет, вы сможете все рассмотреть, как оно будет смотреться, да? Вторая, здесь уже включения тоже есть, небольшие, но это не портит. И с обратной стороны вот таким вот образом все выглядит. Очень красивые серьги. Красивое сочетание. Извините, этим ухом поворачиваюсь. Такое. Очень рекомендую. И... Не снимая данные сережки, мы с вами рассмотрим еще одну вишенку на торте, так сказать, потому что это, безусловно, вишенка на торте из сегодняшнего видео, да, я могу выделить, безусловно, этот комплект. Мне бы хотелось вам предложить вот такой браслет из перламутра и цирконита, с цирконией и серебро. Тяжелый, увесистый, очень красивая работа. Ну, кто понимает, тот понимает. Здесь вот таким вот образом, да, и давайте я его надену. И, соответственно, мы с вами посмотрим, увидим, как это будет все смотреться. Секундочку, мне с ней... А, она у меня проходит рука. Замечательно, девочки, я его пыталась там... У меня с моим запястьем 16. Хесус! Хесус! Флора хочет чихать, я говорю, будь здоров.
Мои хорошие, что хочу сказать. Это что-то с чем-то. Это что-то с чем-то. Перламутр. Увесистая работа по серебру и фианиты. Все мы с вами рассмотрим, как это будет смотреться изнутри. Это очень похоже на Булгари, на одну из коллекций. Но это не Булгари, но тем не менее. Вы видите, да, как это смотрится? Но кто понимает, тот понимает, девочки, что здесь настолько работа шикарная, настолько работа великолепная, что те браслеты, которые мы по пятницам с вами рассматриваем из золота, такое ощущение, что это один из этих браслетов. Такая красота. Давайте полюбуемся, посмотрим. Две такие вишенки на торте, если так можно сказать. Я не говорю, что это как комплект, это можно приобретать вместе. Абсолютно нет, нет. Но это достойные украшения. Как одно, так и второе. Серьги вообще великолепны. Вот все-таки круги дают такое, не знаю. Я вот любуюсь, девочки, посмотрите. Я вот хочу эти сережки. Я не знаю, как вы, вот я хочу себе. Вообще все, что я вам предлагаю, я себе хочу. В случае успешной продажи, и в моем тем более случае, я бы никогда не смогла продавать то, что я не ношу, то, что я не люблю и не могу порекомендовать. Это просто нереально. Когда я горю, я люблю, и это видно, это заметно, глаз горит, и люди, и масса людей, у которых такой же вкус, как у меня, как у Флоры, мы этому очень рады. Девочки, мы вам очень благодарны за то доверие, потому что, извините, продавать дорогостоящие украшения с бриллиантами и золота по интернету, это нужно уметь делать. Вот. И я вам благодарна за то доверие, которое вы мне оказываете. Вот. Но они, а по поводу украшения серебра, то, конечно, это уже более, да, доступно. И я также вам благодарна, девочки. И очень много покупателей постоянных, которые делают просто, можно сказать, уже в кавычках оптовые покупки. Чему я тоже очень-очень рада. Я даже знаю приблизительно, кто мне напишет. Катюша, резерв, резерв, резерв. Это. Я уже знаю ваш вкус, девочки. Ну, а для тех, кто только включился, новые зрители, да, которые хотят сделать со мной покупки, я всегда открыта, я всегда вам очень рада. И я надеюсь, что, как говорится, первый раз только начать, и не последний раз. И в любом случае, мои хорошие, у нас будут улучшаться условия, у нас будет, я буду вам также предоставлять банковский счет, я думаю, это очень удобней, никуда не надо будет идти, возможно, все переводы делать онлайн из дома, у нас будет PayPal, не будет, а он у нас уже есть, поэтому обращайтесь, пожалуйста. И это будет очень удобнее по поводу оплат. Мои дорогие, на этом я буду заканчивать. Сегодня была великолепная итальянская коллекция прекрасных украшений с натуральными камнями, радированная в золочении, с великолепным качеством. То, как мы умеем, то, как у нас есть от наших поставщиков, а у нас их не один, а несколько. И все они, безусловно, заслуживают вашего внимания. Тот, кто купил хотя бы один раз, я знаю, что потом уже повторы будут обязательно. Поэтому, мои дорогие, я буду прощаться. Мы с вами увидимся в пятницу. Будем рассматривать украшения из золота и бриллиантов. А я всем желаю море счастья, море красоты. С вами была Катерина. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. И до скорых встреч. Всем спасибо.